И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и мы начинаем прохождение долгожданной, не знаю, одной из любимых моих серий, это Fallout 4, естественно. Немножко произошла заминка у меня небольшая, Steam просто не хотел качать игру, он докачивал ее почти до конца, и в конце выдавал ошибку записи на диск. Я перелопатил половину интернета, но в итоге выход оказался очень простым, просто нужно было там удалить один файлик, и Steam, вуаля, и сразу все докачал. В общем, мы плотненько начинаем проходить по полной Fallout, то есть все дополнительные квесты, ну, которые интересны, которые будут повторяться моему проходить, все досконально изучим. В общем, это будет надолго, почти, наверное, как Ведьмак, может меньше, не знаю. Ладно, давайте приступать. Так, новая игра. Так, начать новую игру. Давай начинаем быстрее. Играю на геймпаде, потому что клавиатура у меня до сих пор колбасит, я не знаю, что с ней. То ли это что-то с клавиатурой, то ли это что-то с компом. Всякое может быть. Времени на диагностике нету пока. Но да не важно. Геймпад должен нормально работать. По идее. Так. Ну, что ты грузишься так долго? Настройки вроде как выставились на ультра. Хотя у меня не самая топовая конфигурация. Но сейчас заценим. Так, Fallout, давай. О. Bethesda Game Studios. Представляет. Fallout 4. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. По-моему, шикарное вступление. Never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Так, погоди-ка. А где субтитры, слышите? Чё-то как-то мы этот момент упустили. Нет, не здесь. Тихо. Наверное, здесь где-то. Так, так, так. Стоп-пешки.
Не, ну по-любому где-то. Погоди, где субтитры, слышу? А, видео? Странно. Ладно. Эй. Субтитры дел. Включись. Вот так вот. Странно. Подтверждение на. Ну ладно. Назад. Так. Давайте посмотрим, что у них тут есть. Что они нам предлагают. А, РТ. Слишком китаец. Слишком рыжий. Не нравится. Слишком араб. Слишком негр. Еще один араб. Ну, старикан. Ну, ничего, так прям выглядит, не знаю. Ладно, дальше. Так, 15-е лицо запомним. А что они как-то рандомно? Так, ты слишком черный, ты слишком белый, ты тоже слишком черный. Металюга какой-то. Дальше. Слишком мексиканец. Слишком по-пидорски выглядишь. И стандартное, да, лицо. Давайте старика давай возьмем. Мне что-то прям. Не хочу создавать просто, ну, я знаю, тут можно клёво, я даже можете посбить просто. Не помню, даже, по-моему, на сайте о ком-то есть, что самые, короче, уродливые персонажи, которые создавали, вообще такой угар просто. Так, что там? Ну, оставим так, не знаю, мне. Так, что там готово нажать на. Как готово-то? Отмена. А, так, у меня тут немножко кнопки переназначены почему-то. Я не знаю. Так, может на клаву мыши попробовать. Хотя, говорит, на клаву мыши как-то не очень. Давайте, наверное, на клаву мыши я попробую. Не знаю, может она будет у меня нормально работать. А, я понял. Да, надо же сначала сделать. А, ну ладно, давай. Так, подтвердить. Ну, окей. Эй, жена. Так, X. Ну ладно. Так, что у нас тут? Спальня. Как-то тихо слишком. Эй, здорово. Good morning, sir. Your coffee. 173.5 degree Fahrenheit. Room to perfection. Thanks, Kazuo. Of course, sir. Так, что-то как-то слишком тихо, мне кажется. Давайте чуть погромче сделаем. Ой, извините за вот такие вот поднастроечки. Погоди. Небольшие. Так. Чё у нас тут? Зомбоящик, да? Ну да. Nora. Hey, hon. We should take Codsworth to be serviced soon, don't you think? Ты откуда газету достала, слышь? Не, ну конечно, графончик прям. Зачетный. Попьем кофе. Чё там? Ragnar the Barbarian in the jungle of the bad babies. Чё? That's my favorite. Почему вы все говорите, и субтитры не показывают этого? Не, ну хатка ничего такая не нравится. Графончик такой прям завезли, можно сказать. Не, не надо. Прыгать. Сейчас, короче, музычку какую-нибудь воспроизведем и. Мне там влепят страйков всяких. Не хочу я так. Так, нормально все. Ну-ка, Нора, скажи что-нибудь мне. Хан. Nervous?
Don't be. Everyone's gonna love the speech. Ты пришел кто-то? Can you get that? It's probably that salesman. Опять что-то продавать будете. Вали нахер отсюда. Good morning. Vault-Tec calling. Что за нахрен Vault-Tec? Go on. Nice to find you, sir. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. И что такого важного? I'm here now. So you are. So you are. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Ну охереть теперь. Что, вся семья? I'm a little busy right now. Oh, of course, of course. This won't take but a moment. Так, секундочку, у меня что-то как-то джойстик криво работает. Поэтому давайте мы, наверное, его сейчас... Игра. Контроллер. Вот так вот сделаем. И будем на клавомыши играть, наверное. It's just a matter of verifying some information. Need to make sure you're cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. Так, ну... Давай подробнее. Tell me more about this vault. Oh, it has all the amenities of the modern home, I assure you. Not to mention total protection from nuclear radiation and hostile mutants. A better future underground. It's not only our mission, it's our passion. Ну ладно, ладно. Ну давай, записывай. Sure, let's do it. Splendid! Splendid! Now, let's see. Так, ой, вот это круто, конечно. Значит так, сила, ну я не знаю даже. Так, сила у нас определяет физические возможности вашей мускулатуры, какой вес вы можете нести и сколько наносите урона в ближнем бою. Так, восприятие, это ваша способность замечать то, что происходит вокруг, оно влияет на точность оружия. Вот, это хорошо прям. Так, выносливость определяет вашу физическую подготовку. От нее зависит максимальный запас здоровья, расход очков действия на ускорение. Так, вот выносливость это прям бодро. Харизма определяет вашу способность влиять на других людей. От нее зависит ваша убедительность в разговорах, а также цена у торговцев. Вот харизма тоже это полезный навык, как бы. Интеллект. Параметр, определяющий ваш уровень ума. Он влияет на количество очков опыта, которые вы получаете. Вот, мне кажется, тоже полезно. Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов, точность движения. От нее зависит число очков действий, ботс и способность действовать скрытно. Ну, так как это Fallout, и мы будем, так сказать, выживать в условиях постапокалипсиса, думаю, скрытность там очень даже пригодится. Давайте сделаем так. Удача определяет ваше общее везение и влияет на скорость заполнения индикатора критической атаки. Так, вот это тоже неплохо. Делаем так. Сила, наверное, вот так. Так, что нам еще не особо нужно? Давай, наверное, харизму уберем на восприятие чуть. И, наверное, с выносливости на восприятие. Вот такой у нас будет почти равномерно развитый. То есть у нас будет интеллект, ловкость. Подожди-ка, на что там? Скрытность, ловкость, да? Ну вот, у нас будет, в общем, ловкий, умный парень. Не очень сильный. Хотя нет, не очень восприимчивый. Но не особо удачливый. Так. А, имя тебе еще надо. Ну, имя у нас, ну вы знаете имя. Как бы тут по-другому никак. Так, ну все. В смысле? Все хорош. Ну вот, наверное, как-то так будет. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Все, вали уже отсюда, запарил. Трындить. Пошел. Thanks again. Hey, it's peace of mind.
That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Чё там такое? Чё ты с ребёнком сделал, Ира? Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs some of that paternal affection you seem to be so good at. You heard Cotter. Ну ладно, пойдём. Go on. Сына? How are the two most important men in my life doing? Чё-то сын как на кого-то монгола похож. He loves that. Ну давай. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Хорошая погода, говоришь? Ну давай. Ой, блин, а чё надо? Yeah, так вот. Sounds like fun. Sir, Mom, you should come and see this. Ой. Cotsworth, what's wrong? Что, я знаком с тобой 5 минут, ты меня уже раздражаешь. Followed by, yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. Охереть. My God. Oh my God. We need to get to the vault. Валим. Now. Валим. Let's go. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate. Я народ. Вперед. Какие чемоданы? Вы что, наркоманы, что ли? Мотоцикл кто-то бросил. Так, бежим, 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 бежим. Идиоты тупые. Нора, беги. Двояки нас тут направляют. Хорошо. Так, слышь? Нормальненько так. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Все побежали. Нора, бегом. What's gonna happen to all those people outside the gate? Everything we can. Now keep moving. Нора, давай, шевели булками. Нора? Нора, ты где? Нора, Нора. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my God! Ёжики. Hold on! Oh God! Oh God! Не, ну, кстати, нас бы так тоже задело, на самом деле. Так, сейчас. Ну, по идее, вообще. Нас бы вспышкой бы поджарило и волной бы задело. Поэтому, как бы, да. Ну, ладно, не будем сдаваться. Такие мелочные вопросы. Так, секундочку, дайте я чуть-чуть потише, мне кажется. Мне кажется, вы меня не будете слышать так. Да, вот так. Чуть-чуть сделаем. Даже, наверное, еще вот так вот. Все. Не, ну мы живы, да? We made it. We're okay. Everyone, please, step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, no, we'd all be. Don't get caught up thinking about that. Ну что ж, теперь это наш новый дом. Everyone, just head up these stairs and through the door there. Нора, пойдем. А вы куда? Ты че, вы че в стену пялитесь?
А, типа переживаете. Ну да, вообще, как бы, конечно, потрясение такое для... Прикинь, это так. Страну начали бомбить ядерными ракетами. Disabled. Понятно. Чё ты? Слышь, мужик. Hey there. А, хорошо. You'll need your suits before we can take you further. Take a vault suit, then head down the hall. Ты чё пыришься на меня? Здрасте. Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. Пойдём. See? This is our new home. Ну да. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. Now just head down the hall. It's gone. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. How long do you think we'll be down? Стандартное убежище. Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have. Мы сами такие видели в Fallout 3, в Fallout New Vegas. Так, а это что за камеры такие? Подозрительно что-то. Что делать? Just this way. Just step in here and put your vault suit on. Нора? Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. Так, ну ладно. There he is. See? Daddy's not going far. Полезли. Что-то как-то странно очень. Уже, нифига, уже оделся прям так. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Ну ладно. Time for a whole new life. Resident. Secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. Какая процедура? In five. Эй, какого хрена? Three, two, вы прикиньте, да? Нас заморозили. Так, ну мы проснулись. Вроде как. Вот это. Слышь? От жены моей отстаньте, слышь? Твою мать. Давай. Нельзя тут ничего сделать. Уж как-то. Слышите? Вы что творите, демоны? Ублюдок. Я запомнил тебя, лысый. И опять усыпили нас. Вот же ублюдки, а? Вот же ублюдки. Так, лысый бородатый, короче, я запомнил его. Я его как увижу, я его нахер череп раскрою. Это охереть вообще. Открывайте. Твою мать. Время на исходе. Покинуть убежище 111. Come on! There has to be a release! Come on, come on, come on! Давай! Oh, God! Cryogenic
involved residents must be immediately. I'll find who did this, and I'll get Sean back. I promise. Мы всем наваляем. Так, слышь, ты будешь просыпаться, нет? Каз, давай, не просыпайтесь, слышите? Нет. Ребят, ну. Здесь вообще пусто. God. Why would Voltaire do this? Терминал наблюдения. Насколько вы помните, каждое убежище было социальным экспериментом. Вот мы под такой эксперимент попали. Так, ну-ка. Добро пожаловать в сеть Robco Industries. Спасибо, что выбрали Voltaire. Так, реагенная установка. Криогенная установка отключена. Преждевременное завершение привело к сбою системы. Обнаружены изолированные ручное и дистанционное замещение. Управление отключено. Так, жизнеобеспечение. Эй. Блин, не то. Так, назад. Так. Так, жизнеобеспечение отключено. Преждевременное завершение привело к сбою системы. Обнаружено изолированное ручное дистанционное замещение. Так, управление отключено. Камера, так, с этим пусто, миссис Каллахан, мистер Эйбл, так, ну-ка, миссис Каллахан, мертв, причина, ну, короче, произошел сбой, и, видимо, все, да, все померли, не, может, хоть кто-то выжил, так, ну, видимо, нет, все у нас, миссис Эйбл, ну да. А про Нору что-то напишешь? Так, состояние неизвестно. Запущен протокол ручного управления дверью камеры. Так. Состояние неизвестно. Запущен протокол. А, то есть тут все-таки как-то мы выжили. Непонятно как. И мистер Рассел. Он тоже мертв. Понятно. Все, короче, у нас померли. Ладно, пойдем. Так, ну сразу на выход мы не пойдем, а дальше осмотреться тут. Так, что у нас здесь? Ничего. Планшет. Что там? Комбинезон убежища у нас, в принципе, есть. Все мертвые. Как-то это... Ну, это даже не буду читать, потому что там будет, наверное, то же самое написано. Охренеть. Как мы выжили, да? Тихо, тихо, спокойно. А здесь что у нас? No smoking. Ну, как бы... Да, как бы и нечего даже. Сейчас бы... Это какого? Рот-таракан. Слишком большой таракан. Так, ну тогда мы успеем сходить. Что у нас здесь? Кружечка, письменный стол. Так, терминал службы безопасности. Добро пожаловать в сеть там, ба-ба-ба-ба. Так, значит, служба безопасности Voltaire. Инструкция по безопасности для убежища 111. Так, строго конфиденциально, только для службы безопасности. Протокол нарушения ВТП 01001. Убежище 111 предназначено для исследования долговременного воздействия прекращения жизненной функции на испытуемых людях, не подозревающих об эксперименте. Сотрудники отдела безопасности несут ответственность за сохранение целостности комплекса и занимаются наблюдением за деятельностью научного персонала. Ни при каких обстоятельствах персоналу не разрешается отклоняться от назначенных обязанностей, нарушение субординации или вмешательства в деятельность убежища карается высшей мерой наказания. Сотрудникам отдела. Как загрузить? Подожди-ка. А как дальше? А, во. Все, что ли? Наказание сотрудников. Что-то дальше не грузится. Ну ладно. Руководство по операционным протоколам. Прием резидентов. При получении уведомления об активации от Voltaire весь персонал обязан явиться ко входу и оказать содействие по приему резидентов убежища.
Сотрудники службы безопасности обязаны поддерживать порядок и проследить, чтобы сотрудники или резиденты не пытались покинуть убежище. Сотрудники исследовательского отдела несут ответственность за регистрацию резидентов и сопровождение их до назначенной криогенной камеры. Резидентов, не отмеченных в манифесте, необходимо попросить отойти в сторону и в случае необходимости задержать, применив силу. После того, как все резиденты будут размещены в камерах, от задержанных надлежит избавиться. Вход в убежище должен оставаться закрытым при любых обстоятельствах. Так, обязанности персонала. Научный персонал. Ну, в принципе, понятно, все просто расписано. Так, разрешение на вход, эвакуация. Разрешение на вход. Обязательный период проживания. Да, разрешение на вход. После ядерного взрыва. Так, сотрудники Vault-Tec будут следить за состоянием поверхности на предмет опасных последствий, включая уровень радиации. Вражеское вторжение, дополнительные атаки и другие факторы. Когда условия будут признаны безопасными, данный терминал получит уведомление с разрешением на выход. Получив разрешение на выход, персонал Vault-Tec может начать эвакуацию под руководством смотрителя. Игнорируйте любые другие уведомления от организации или частных лиц, не имеющих отношения к Vault-Tec. Включая представителей правительства, вооруженных сил, криогенную заморозку запрещается прерывать и резидентов запрещается эвакуировать. Сотрудники Vault-Tec будут удаленно наблюдать и удовлетворять их. Ну? Эй, ну? Эй. Потребности после указа персонала убежища 111. Так, обязательный период проживания. Убежище 111 является краткосрочным заданием. В обязанности персонала входит исследование и базовое обслуживание убежища до получения разрешения на эвакуацию. В отсутствие разрешения на выход от Vault-Tec смотритель вправе курировать персонал через 180 дней нахождения в убежище. Во время этого периода персонал убежища 111 разрешено эвакуироваться исключительно при получении разрешения на выход от Vault-Tec. Значит, ну 180 дней всего лишь. Сколько, наверное, прошло? Так, журналы службы безопасности. Ну-ка. 23 октября. Боже, это все-таки произошло. Конец света. Еле успели запустить всех резидентов. Выжили не все. Теперь остались только мы и ледышки. Не понимаю, белые халаты пытались мне объяснить, что заморозка это какой-то серьезный эксперимент. Ради светлого будущего или типа того. Не знаю, не нравится мне, что мы им мило улыбались, а потом засунули в лед. Почему их не предупредили? Так. 25 декабря. Рождество под землей. Собрались с другими охранниками, ребятами из отдела обслуживания устроили небольшой праздник. Лучшим подарком для всех оказался не совсем еще черствые кексы. Из ученых никого не было, смотрителя тоже не было, не понимая их. Они что-то от нас скрывают? Очередная корпоративная тайна только для избранных? Ну и ладно, еще несколько месяцев и получим разрешение на эвакуацию, а потом начнем новую жизнь. 14 марта. До окончания обязательного периода проживания осталось всего несколько недель. Все начинают нервничать. Кто-то даже говорит, что разрешения на эвакуацию не будет никогда. Долго нам тут оставаться нельзя, это точно. Дело даже не в том, что я вот уже полгода смотрю на одни и те же стены и одну и ту же койку. Дело в том, что продуктов нам хватит всего на пару месяцев, максимум. Смотритель просит всех проявить терпение, сосредоточиться на работе. Он явно что-то от нас скрывает. Происходит что-то плохое, я знаю. Эй, тихо. Так, 23 апреля. Главная дверь на входе из убежища не работает. Теперь единственный выход отсюда через эвакуационный тоннель смотрителя. Как удобно для него. Он устроил своего рода КПП, откуда сотрудник научного отдела постоянно наблюдает за дверью в его кабинет. Сегодня меня пригласили на совещание. Только обслуживающий персонал и сотрудники охраны. Видимо, не только мне все это не нравится. Так, ну... И последняя запись. Разрешение на эвакуацию от Vault-Tec так и не поступило. Надо уходить. Почти закончились продукты. Стэнли чуть не пристрелили за то, что он уронил крекер на пол. Некоторые из нас потребовали от смотрителя открыть убежище. Кто бы мог подумать, что настолько щуплое создание способно так громко орать. Теперь заперся у себя в кабинете вместе со всеми учеными. Нам приказано сегодня же вечером сдать все продукты, оружие, медикаменты, которые у нас есть, иначе будут последствия. Мы все обсудили. Пора. Так или иначе, мы выберемся из этого убежища. Ну, интересно, получилось у них или нет. Так, что-то идут. Ага. Эй, ну. Бери. Давай. Так.
Так, что-то у нас потрепанный планшет, сигарета. Тут ничего у нас нету. Так, что-то у меня опять с клавой все-таки беда какая-то. Давай. Ну, нет. Ну давай, что ты? Не хочет ходить. Ну. Все, короче, отказала клавиатура. Нет. Смотри. Так. Ладно, сейчас мы на секундочку прервемся. Наверное. Или нет? Очень странно. Так. Эй, ну, тебе вообще клавиатура отказала. Сейчас, секунду. Клавиатура угорает. Во, за работу. Да неужели, блин? И опять, короче, да? Понятно. Сейчас, секундочку. И продолжим сейчас, секундочку. Посмотрим, что у нас тут. Так, ну вроде нормально все. Не очень уверен, правда. Ага, ни хрена не нормально. Так. Интересно. Ну-ка, муж. А, все. Переключил все-таки на геймпад. Извините за эти манипуляции тут. Так, это мы получается. Так, мы были здесь, да? Все смотрели. Взяли этот самый стимпак. Так, немножко клавиши переназначены. Кстати, тихо. Как-то прямо аж так через один. Очень странно. Ладно. Так. Что у нас тут? Ничего. Пойдем. Таракашка. РТ для атаки. Таракашка. О, блин. Ну, нормально. Так. Giant roaches? What the hell? Огромные тараканы, охереть. Так, что у нас тут? Рекреационный терминал, Волтек. Эй, ну. Там, правда, как-то по две. Ну-ка, воспроизвести запись. Игра внутри игры. Круто.
Давай. Так, так, так. Полезли наверх. Ой, что такое? Эй! Не сработало. Так. Да. Так, ладно. Поиграли и хватит. Ну, прикольненько так. Типа этого. Не типа, а в стиле Донки Конга. Так, что у нас тут? Ничего. Что это, что там? А, коробки. Понятно. Ну, здесь у нас получается ничего нету. Можно поспать. Но мы не будем этого делать. Так, ну пойдем. Полагаю, что так, так лучше не ходить. Так. Слышь. Так, открыть. Таракашки, да вы чё? Так. Так, мяско заберем. У нас же какое-то тотальное выживание будет, поэтому. Так, что у нас тут? Опаньки, стимуляторы. Так, стимулятор становится 30% максимального уровня здоровья, стреляет повреждение конечностей. Чтобы не открывать инвентарь, всякий раз добавьте стимуляторы в избранное. Ладно. Так, что у нас тут еще? Очки. Возьмем. Опа, ствол. Вот это я понимаю. Понятненько. Так, еще патрончики. Пачку сигарет возьмем. Так, ну-ка. Nice. Coming back later for you. Блин. Там такое пушечка, там нормальное что-то такое. Самопальное, но нормальное. Так. Ничего нету. В шкафу что есть? Ну, патроны, отлично. Что здесь еще? Целая пачка сигарет. Ну, сигареты, думаю, сгодятся. Так, антирадин. Вот это бодро, бодро. У нас пока нет радиации, как бы, но... Думаю, мы схлопочем, как только выйдем. Картотека. О, шпилька. Нормально. Так, ну, я так полагаю, не смогу открыть, да? Lock's really strong. Слишком сложно. Понятно. Так, давайте что, комп почитаем. Так. Открыть тоннель. А, давайте там что там. Может, что-то почитаем. Ссылки для смотрителя. А, ладно, пойдемте. Тем более у меня джойстик глючит, поэтому мы не сможем все прочитать. Так, ну-ка. Отлично. Вы что, охерели, что ли? Таракашки, смотри, куда? Фига себе. Есть желающие? А, не надо, да, перезаряжать?
здесь у нас что? Ничего. Пойдем. Так. РС. Так, что-то у меня... Понятно, не хочет работать. Поэтому будем действовать так. РБ. Ага, тут работает нормально. Так, что там? Доктор. What happened here? Where is everyone? Ну, я так полагаю, все умерли. Спасибо, капитан. Так, здесь у нас что? Ну, здесь мы, по-моему, были, да? А, ну да, это мы могли бы так прямо пройти, а мы в обход пошли. Так, ладненько, что еще тут? Опа. В смысле? Что, охерел, что ли? Ничего. Так. Опаньки, пип-бой. Так, удобненько лежит. Оп. Пылюку вытер такой. Давно лежит, видать. Так, ну норм. Так, работает вроде. Бах. Ну и все, хорошо. РТЛТ, чтобы. Понятненько. Ладно. Эти мы потом поизучаем. Валить бы отсюда надо. А, подожди, надо сначала открыть дверь, что-то я. Как-то я не подумал об этом. Фига себе. Волдор, ему так сказать, ready. Отлично. Так. Vault door cycling sequence initiated. Please stand back. Так, это в прошлых частях был, по-моему, повеселее выход из убежища. Но. Все, отсюда мы приходили. Ржавело, блин. Видать, давно мы. Так, изменить имя спешл, изменить вид. Да, ничего мы не будем менять. И завершить. Enjoy your return to the surface. And thank you for choosing Vault-Tec. Так, те, кто зарезервировал себе место в убежище, понятия не имели о том, что будут подвергнуты заморозки. На самом деле, почти каждое убежище было тайным социальным экспериментом, организован компанией Vault-Tec. Впрочем, о чем я и говорил. Думаю, вы и так это знали. Интеллект – параметр, определяющий ваш уровень ума. Он влияет на количество очков опыта, которые вы получаете. Но мы интеллект прокачали, поэтому мы будем опыт грести просто лопатой, наверное. Ну, если получится, конечно. Охренеть. Вернуться домой. Охереть. Все уничтожено. Ну, не все, конечно, но... Охереть. Сколько лет прошло? Судя по засохшим трупам, было, конечно, наверное, не 180 дней все-таки. Ладно, давайте на этом и закончим нашу серию. В следующей серии пойдем уже
сказать, домой. Если это можно так назвать, то там уже ни хрена не осталось от нашего дома.